сегодня для вас играл, играла капелла из Минску «Папараць». Коли ласка, набывайте наши кружелки, приходите на наши концерты. Але главное, долучайтесь до нас в Фейсбуку и пропагандуйте наши концерты, потому что вот шмат кто хотел бы до нас долучиться, просто не верил, что с нами так четко. Пропагандуйте, коли ласка, нашу... Вас в Фейсбуке тяжело найти. Не, мне вельми просто знайти в Фейсбуке. Это не может быть. Мое имя Пит Пауло, а «Папараць» пишется латинскими литерами. П-А, П-А, Р-А, и только С, только С, оно с мягким знаком. Олег, начинаешь набирать «па-па», скажи, откуда скакивает «папароч», сгодный, скажи, откуда скакивает «папароч», а когда «папар», уже выскакивает «папараць». Там, до речи, я пока что не менял аватарку, там ненавито ветка папараці пока что. Вот, и легко знайти, долучайтесь, и тогда будете ведать. Выходите в Фейсбук и ведаете, что у капеллы «Папараць» концерт, ну, там, например, в этой, как она, где у нас там будет концерт, Вадим сказал, в Нью-Йорку? В Гринвич Виллидж. Гринвич Виллидж. Где, например, где-нибудь в иншем месте. И вы приходите тупо, запрошаете своих... Американских сябров, ну и своих каханых, и просто сябров. Все, дякую вам, что пришли, и до побачення. Приходьте на все наши акции, пожалуйста, сюда. Это зараз новая тропка, и она по воле раскрутится.